Нет, не хочу. Привет, Борис! А что ты делаешь? Привет, дети! Сегодня я вам расскажу про букву Н. На нее начинается слово «не хочу». А, так вот почему ты не хочешь кашу есть. Да, я не хочу есть кашу, но я хочу играть в нарды. Вот нарды, сейчас я в них поиграю. Да что? А почему я не могу в нарды поиграть? Борис, ты показал нам слово «не хочу». Теперь нам приклеилось к каждому слову. Например, «не хочу играть в нарды». Тогда я буду ныять. Я и ныять не могу. Хоть эти слова и начинаются на букву «Н», но ты не хочешь с ними играть и нырять. Ладно, убираю слово «не хочу». Съем я вашу кашу. Хорошо, вот. Все, я съел свою кашу. Итак, мы сегодня изучали букву «Н». На эту букву есть слово «нога», «нос» и «носок». А еще на букву «Н» есть «носорог». Ай!